Итак, поехали. Частичное столкновение происходит в воздухе. Давайте посмотрим. Нелегко приходится лучнику из Кореи. Терпит на себя ассист. И кидает арену, как вы видите, дорогие друзья. Наш с вами соотечественник, пернатый с луком, использует парящий орел, но, увы, его раздевают, стана его не стало. Нашему шаману также не по себе, как вы видите. У него сильно больно входит. Тем временем наши нашему воину становится очень плохо, и танк с друидом остаются вдвоем. Танку тоже поплохело немножко. И он улетает. Друид пытается выжить. Ну, стан, контроль. Иммун. Долго живет, пытается максимально раздамажить команду соперников. Но без бафов это делать значительно сложнее. Итак, итог второго раунда. Мы потеряли всю нашу команду. А, нет. Извините, дорогие друзья, пропал из таргета просто наш друид у меня. Он очень четко убегает, кайтит. Все. Что мы видим? Четверо.